что ты тормозишь? Что случилось? А у него какие преимущества? Какие у него могут быть преимущества? Может, люди спешат на работу. А ты никуда не спешишь, я смотрю, да? Две секундочки. Место для стоянки выбирай. Здесь закончилась полоса. Ты слева поворот, ой, справа поворотником идешь. Поехали. Ты что здесь остановилась-то? У нас задача какая? Выбрать место для стоянки. Здесь ты ж посмотри вперед, негде останавливаться. Мне надо было не перестраиваться, тогда еще просто шуровать, да? Конечно, проехать вот эти вот все развязки, блин, разметки, а потом думать. А ты раз уехала, полоса потом кончилась, что делать? Ну, вот здесь и могла. Я не знаю, могла ты, не могла ты, это сделай. Понимаешь? Мочь, я тоже могу летать, веришь? Ну вот. Тут обочина присутствует. А это... Не всегда понятно. Так смотреть нужно, глазки для чего? Поехали. Ну смелее же, нет никого там. Ты что? Разгоняй машину. В левый ряд перестройся. Разгоняй до 60. В правый ряд перестройся. Ты на этом же месте сделал ошибку. Блин. Ну что случилось? В левый ряд уходи. Место для разворота выбирай. Куда ты залезла? Туда. Ну туда. Ты вообще чудишь тут на дороге, я смотрю. Зеркало. Если ты хотела перестроиться. Ты нас по сплошной перестраиваешься, видишь? Проблема так в чем? Невнимательность. Невнимательность, конечно. Так, работая с поворотником, да? Поворотник ключи. Куда ты разгоняешься? Ты что будешь делать? Разворачиваться? Левый поворотник-то включи. Не суетись. Суета нужна нам только тогда, когда мы съели пирожок протухший и в незнакомом месте. Вот там суетись. А здесь какая суета должна быть? Здесь четкое понимание должно быть, что ты делаешь на дороге. Вот так и живем. Испугалась? Не крути руль, а то нам сейчас кто-нибудь заедет, и мы на встречку выедем. Ты по инерции тормоза отпустишь, если ударят нам взад. Не спим, работаем рулем. Смелее. Да не бойся ты их, пусть. Смотрите, справа пешеходов нет, слева, справа. Все, поехали. В левый ряд уходи. Выбираем место для разворота. В зеркало смотри.
Когда будешь поворачивать, выполнять разворот или нет? В зеркало посмотри, чтобы по встречке тебя никто не обгонял. Делай вещи, делай, делай. Она уйдет, пока ты развернешься. Она же не перестраивалась, она ехала по первому ряду. Выбирай место для стоянки. Вот здесь ты правильно остановилась. Пошел, уже бордюр пошел. Поехали. Только что ты должна была сделать, стоять, когда остановилась? Ручник, парковку? Ну, ручник, парковку поставила. Ставь, ставь. Поехали. Ну где газ? Где газ? Ты выехала. Все, поехали. Хорош ворон считать. Место для стоянки выбирай. Остановка, нельзя, иначе дальше. А теперь а, посмотри, бордюр. Что ты сделала? На бордюр заехала, да? Угу. Поехали. Ну так херовенько видно, если чисто под снегом. Ну, это твои проблемы. Да я не спорю. Их видно было. Разгони машину, пожалуйста. Все, поехали, пока прокатимся. Пусть твои мозги перекурят. Мы с тобой ролик записали, как не нужно делать, да?